Что мы можем видеть при помощи этого метода? Можем видеть искривление осанки, сколиозы, кифозы. Также у нас в дорожку встроен сенсор. То есть это не обычная беговая дорожка, а с встроенным сенсором, который считывает движение ног, стоп. Информативность такого исследования очень высока. В отличие от магнитно-резонансной томографии, оно не несет опасности для здоровья, а осуществляется при помощи света. Такая техника появилась в КФУ не так давно вместе с открытием центра реабилитации, хотя уже пользуется огромным спросом. Спортивные команды стоят в очереди за индивидуальные программы лечения. Мы рождены для того, чтобы двигаться. Движение – это жизнь. В основе лежит движение. То есть, если мы мало двигаемся, малоподвижный образ жизни, естественно, у нас будут возникать там проблемы разного характера. Улучшить трофику тканей, укрепить корсет, мышцы, создать доступ и кислорода, и подпитку даже той же костной системы за счет упражнений – все это, конечно, достигается. Не только инновации используются здесь при лечении пациентов. Основа работы такого центра – методика Бубновского, благодаря которой заболевания костно-мышечной системы отступают, а все в результате регулярных движений, выстроенных специалистами. В этом тренажерном зале занятия направлены не на интенсивность тренировки, а напротив, на восстановление. Такие занятия смело можно назвать лечебными. Благодаря растяжкам, провоцирующим циркуляцию крови, иммунитет значительно укрепляется, а болезни отступают. С каждым посетителем занимаются индивидуально. Но Ирина Лыжина – пациент опытный. Она совсем справляется сама. 7 месяцев посещает центр вместе с мужем. В 58 ее настиг артроз коленных суставов. Спустя месяц занятий состояние существенно улучшилось. Было время, что я делала уколы, думала, это мне поможет. Потом, у меня через полгода после уколов вообще ноги отказали. Я начала искать что-то другое. Нашла и эту методику по телевизору сначала в первую очередь. Потом уже нашла здесь в Симферополе. И занимаюсь очень довольна. Коленные суставы пришли в норму. Если человек хорошо расслабляется, он хорошо отвлечен от окружающей действительности, то его машинка, в данном случае машинка, будет ехать быстрее. По определенной методике работает и психиатр центра. Такая повязка BrainBeat моментально считывает показатели организма по сердцебиению и дыханию. Технический арсенал постоянно расширяется. С момента открытия прошло совсем немного времени. У нас открытие состоялось 8 февраля 2023 года. Мы в тестовом режиме запустились с середины лета прошлого года. В среднем в месяц нас посещают около 100 человек, и мы всегда открыты новым пациентам. Центр реабилитации в самом сердце университетского городка медакадемии, буквально в шаге для сотрудников и студентов. Но в ближайшее время доступ будет открыт для каждого крымчанина. Сабина Саргубенова, Алиса Мединов, телеканал «Милет».